Вы слышите? Тишина. Такой приятный вид из окна. Тишина. Здорово. Вот представь себе. Ты живешь в доме, где у тебя вид из окна. Такой вот. На поезда. Рядом железная дорога. Это навевает на какие-то такие мысли о путешествии, о том, чтобы уехать куда-нибудь нахрен. По сути, у меня нет дома. Я бомжар. У меня нет родины. Нет семьи. Нет вообще ничего. Я понимаю, что есть места, где в данный момент нет этого белого снега, где есть море, солнце, песок, где люди совсем другие, добрые, какие-то внимательные, легко идущие на контакт, где с женщиной познакомиться довольно просто, даже мне, застенчивому му, социофобу. Вид из окна отеля класса люкс. Иногда здесь проезжают поезда. И это очень романтично. Так здорово, да? Сидишь дома, смотришь в окно, а там поезда.